Приветствую, друзья, на нашем канале земледел в выращивании овощей, в основном огурца, помидор. Сегодня коротенькое видео хочу снять на ответы на вопросы подписчиков. Пишут люди, интересуются. Так вот, самый первый: ширина междурядья и схема посадки огурца. Огурец мы садили на осень в одну строчку, получается 35-40 сантиметров между кустами, напротив каждой капли. Вот здесь капля, вот здесь капля, куст. Значит, 35-40 сантиметров в один ряд. Подвязку делаем шахматным. Вот у меня шпалера 60 сантиметров. И получается, V-образно кусты будут расти вот в одну строчку, но идут в бок. Вот через один. Вот один ряд будет, вот второй ряд. Ширина между кустами, между ряди, 1,80 м, 1,90 м. Местами бывает и до 2 м. То есть вот один ряд, вот второй ряд через почти 2 метра. Вот следующий. Вот так. И ведем до 1,60 м, 1,70 м. То есть вот, цепляем на вот такие прищепки. В общем, и все. На ряду у меня получается 60-61 растение. Длина ряда каждого 15 метров. Чистым 14 получается. Вот на края мы не садим, и там на края мы тоже не садим. Техническая дорожка. Что хватить? 51 ряд теплиц. У этого второй 56 рядов. Получается, в общем, 15 соток у нас теплиц. Далее. Земли в теплице у нас 30 сантиметров. Вон, 20-30. Далее у меня идет дренажный песок. Тоже 30 сантиметров. Вот чистый речной песок положили. Это на ряду. Получается 30 земли, 30 песка. Потом лежит отопление трубы. Пластиковые 20-ка. ППшка. Получается, она идет вот здесь. Где-то идет, тут же разворачивается вот здесь, и обратно труба отопления там с краю. И все, это изоляционного слоя никакого не делали, потому что мокрый песок хорошо распределяет тепло, и по бокам, и наверх тоже идет хорошо. Далее вот здесь на междуряде получается 60 сантиметров колья. Под уклоном туда, в конец теплицы, идет дренажная труба, лежит с отверстиями от труба под уклоном. То есть у меня вся дренажная вода идет туда. Там же идет по всей длине вот так по теплице в самом конце. Вот здесь глубина 1 м в конце. Вот там в конце теплицы 2 м. Это скат основной трубы. Получается, отсюда вот с каждого ряда идет туда и в септик. Дренажная, получается, труба вот здесь междурядье лежит. То есть вот здесь отопление, песок, земля. Вот здесь дренажная труба под уклоном, шибенка крупная, мелкая, средняя, земля, песок. Вот и все. 30 сантиметров земли вполне хватает для огурца. Песка мы в этом году добавили чуть. Почему? Потому что нам иногда вот этот вот слой нужно убирать раз в 4-5 лет. И так как у нас отопление там лежит, трубы тонкие, то есть техника ее раскатывает, задавливает, рвет. Накладно получается каждый раз после замены менять трубу отопления. Поэтому мы земли этот песок добавили. У нас средняя получается песка 40 сантиметров под землей. Вот земля 30 сантиметров ровно везде по всей теплице идет. Песка 40 сантиметров идет. Да, отопление еще получается, да. Вот и все. Тут ничего тяжелого нету. Система из года в год усовершенствовали.
думали, гадали, как лучше сделать. В общем-то, все нормально работает. До дренажа у меня даже вода не доходит, колодец. За 7 лет существования дренажа у нас колодец даже ни разу не наполнялся, не выкачивали. Потому что у нас снизу пески, у нас все это уходит вниз. Грунтовый ход тоже нету здесь далеко, они у нас. У нас полчаса на этой теплице стоял котлован. Песок добывали, его засыпали кирпичом битым, обожженным сердцом, и засыпано землей, и поставили на теплице. В общем, дренаж хороший, и так ничего, мы в основном не страдаем от этого. Сегодня воскресенье, вот дежурю, приехал закрывать одеяло, включать свет. Ну, в общем, так. А еще основной тоже вопрос есть немаловажный — подготовка земли. Среднего у нас ушло, получается, 20 машин зилка перегноем на 30 сантиметров земли. Носили мы летом, получается, в среднем где-то получается 10-20 литров на квадратный метр земли чистой, плюс опилки 10 литров на квадратный метр земли. В общем-то, и все насыпали, это все спахали фрезой. Ничего, в общем, нового не сделано, ну как у всех. Все одинаково. Видео есть на канале. Есть шорты коротенькие. Если у вас время нет смотреть, смотрите. В общем-то, еще вот огурец. Сегодня в тенечке весь день стоял. Солнца не было вообще. Вот такой свет сейчас. Солнца нет. На улице плюс один. Местами снежок даже падает. Огурчиком, хоть духнер, все отлично, все тепло. Цветем и пахнет. Еще полива не производил, сегодня пасмурно. Не стал. Вчера тоже не поливал. Сегодня тоже не буду. Цвет листа изменился, стал нормальный. Такие огурчики. И уже за выходные вот выросло. Получается 20-40 сантиметров. Девчонки прищепку ставили на второй узел, вот она стоит. Значит, усик был вот такой, а сейчас вот он такой. Представляете, сколько? 40 сантиметров за ночь вырос. Усики тоже опустил. Вот это неухоженные кусты. За два дня. Как раз у нас выходные. Огурчик даже появился. Завтра будем обрабатывать, производить подвязку, подкрутку растений. На днях будем лист также удалять. Нижний он уже не нужен. Все он местами отмирает, вот как вот здесь. Его надо убрать будет. Вот так вот зарастают они. Завтра обработаем. Приведем в порядок за денечек. Все, всем спасибо. Кто вопросы задавал, тоже огромное спасибо. Кто подписался, тоже благодарим. Если есть вопросы, предложения, пожалуйста, пишите. Всегда рады вам ответить. Вот на следующей неделе тоже сейчас поднакопим вопрос по комментариям. Потом снимем видео, ответы на вопросы, чтобы кто хочет знать, что какие-то секреты, там что-то там, советы, пожалуйста. Мы вам все расскажем, все покажем. Стесняться не надо, пишите. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.